Сбросить скорость, тихий ход, заходим в порт. Заходим в порт. Руль на 10 градусов, право на борт. Правой половины хода, левый тихий ход. Правой половины хода, левый тихий ход. Швартоваться правым бортом. Стоп, обе машины. Первый, отдать швартовый, держать. Есть держать. Второй, обносить трос. Есть обносить трос. Правый борт прямо. Стоп, машина. Приготовиться к выходу на берег. Лодка в режиме ожидания. Приготовиться к выходу на берег. Лодка в режиме ожидания. Последняя подводная лодка. Фильм Франка Байера и Кнута Безера. Кристиансанд, Норвегия, 15 апреля 1945. Тацуми! Рад вас видеть. Что вы здесь делаете? Не помогаете своим? Но у меня сейчас другие обязанности. Ну и как вам наша лодка? Я впечатлен. Еще бы. Эта лодка всем лодкам лодка. Неограниченное нахождение под водой, объем батареи в 3 раза выше, а скорость почти 17 узлов. Откуда вы это знаете? Я ознакомлен со всеми планами, но вижу я лодку в первый раз. Самый первый раз. И могу лишь сказать, мы с радостью окажемся на борту. На вас странная форма. Видите ли, я в свое время был командиром другой лодки, У-79. К тому же мы с капитаном Гербером старые друзья. Сейчас я у него первый офицер. Знакомьтесь, фрегат капитан Кимура, доктор Роллер, наш первый офицер. Мне вам помочь с чемоданом? Он должен быть в надежном месте. Лучше всего рядом с нашей каютой. Проводите фрегат капитана на борт и возьмите чемоданы. Спасибо. Слушай, а это кто такой? Японский инженер, Ридель. Инженер? Правда, что ли? Да, правда.
Ну ладно, отлично. В общем, с завтрашнего дня рыбные супы с фрикадельками рису. Вы останетесь здесь, никого сюда не пускать. Ни под каким предлогом. Ну, что скажешь? Хотелось бы знать, что ему здесь надо. И что такого в этих чемоданах? Прошу вас осторожнее с этими контейнерами. Фрегат капитан Тацуми, генерал фон Мелленберг, наш новый атташе в Токио. У вас очень важная задача, генерал. Вас очень ждут в Токио. Я рад этому. Хотите напоследок вдохнуть свежего воздуха? Я должен проконтролировать загрузку. Боитесь что-то забыть? Нам было довольно трудно найти все составные части. И если мы что-то забудем, это станет настоящей катастрофой. Положитесь на нас. Личный состав, смирно! Равнение, нале! О! Хайль Гитлер, господа! Хайль Гитлер, герр командующий! Вольно! Друзья мои, вы в курсе, что ситуация на фронте исключительно тяжелая? Вы должны сделать то, что ждет от нас фюрер. Главное — это мужество, решимость и сила воли. Вчера я разговаривал с адмиралом Дёнитсом. Он желает вам удачи. Вам предстоит долгий и трудный путь. Но ваш командир — человек надежный. Он лично каждого из вас набирал. Вы — элитная команда. И мы верим в вас. Когда вы вернетесь назад, в войне наступит переломный момент. Командир, это вам срочная радиограмма. Наш вахтенный радист. Не может быть. Эскадренный командир Бек припозднится. Будет здесь только через 5 часов. Эскадренный командир Бек? Да. Вы его знаете? Лично нет. Ну и что, будем его ждать? А как же еще? С этими партийными бонзами сплошные проблемы. Так мы что, в Японию идем? Ты уверен? Нет. Видишь этот катер? В любую минуту они могут связаться с англичанами. А почему мы не закрыли гавань? Знаешь, какое население Норвегии? Всех ведь не закроешь. Целый свободный вечер. Такого может больше не быть. А я рад, что мы снова вместе.
Он, кажется, воюет в гостиничном номере «Люкс». Простите за опоздание, командир. Сломалась машина в пути. Эскадренный командир Бек, мой первый инженер. Зачем вам столько вещей? Это подводная лодка, а не номер «Люкс». Но мне нужны мои книги и планы. Вам ведь сказали, что я надолго останусь в Японии. Один чемодан и все. Остальное придется оставить. У вас 15 минут времени, чтобы отсортировать ваши вещи. Готовимся к отплытию. Сэр Олафсон из Кристиансанда, срочно. Японцы? На германской подводной лодке? Они уже 5 дней в пути и должны быть вот здесь. А что у нас есть в том районе? Эскадренный миноносец «Ливерпуль». И все. Сообщите «Ливерпулю». Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Бесполезно. Простите, сэр, не совсем. Мы знаем, когда они вышли из порта, мы знаем модель подводной лодки, это значит, мы знаем ее максимальную скорость и предположительное время нахождения под водой. И мы знаем, куда они идут. Может, подключить американцев? Зачем, черт возьми? Чтобы они приписали успех себе? Это было бы нежелательно. И все же, а пусть лучше они ее найдут, чем лодка уйдет от нас. Я гарантирую, адмирал, эту лодку мы найдем, опередив американцев. Хорошо, капитан. Тогда зачем подключать американцев, не понимаю. А вы как считаете? Срочная радиограмма, сэр. Германская подводная лодка на пути в Японию. В Японию? Да, и мы должны ее потопить. Это приказ штаба. Сначала ее надо найти, сэр. И они дали ее предположительную позицию. Начинаем действовать. Меняйте курс, мистер Мэйхью. Есть, сэр. Министр уже ожидает вас. Получена информация из Берлина. Ну, наконец-то. Мы уже расшифровали. Тацуми и Кимура здорово поработали. Оксид урана везут с собой. Как договаривались. А еще все чертежи и схемы, новый радар и ракетная установка. К тому же, у них там Рюллер, эксперт по этим делам. Профессор Нишина начал работу без урана. Без этого бомбу не сделать. Скажите, когда лодка должна
прийти. Где-то через 2 месяца, если все пройдет хорошо. Они обогнут Англию, затем Африку, Индию и Цейлон. А мы выйдем им навстречу. Лодка обязательно должна быть здесь. Многие политики сейчас хотят закончить войну. А это будет означать одно. Безоговорочную капитуляцию, уничтожение империи. А это, господа, невозможно. Лодка будет соблюдать полную тишину в эфире и уходить от любой опасности. А немцы хотят, чтобы лодка пришла сюда? Она должна прийти. После этого дело будет доведено до конца. В противном случае катастрофа. Но почему вы так настроены, я не понимаю. А вы считаете, что немцам можно доверять? Хорошо. У немцев сейчас положение безвыходное. А у нас просто нет другого выбора. Разрешите подняться, командир? Поднимайтесь. Мне нужно заново настроить радиостанцию на глубине. Всего 10 минут. Хорошо. Господа, погружаемся. Кошмар. В этом районе с неисправной рацией смерти подобно. Ладно, погружаться пора. Подготовиться к погружению. Мы уже здесь, самое опасное позади. А это конечная цель. И пройдем мы вот таким образом. По крайней мере, попытка не пытка. А это все еще имеет смысл? Но вы же слышали, что сказал шеф перед расставанием? Он сказал, когда мы вернемся назад, в войне наступит переломный момент. Да, но он не сказал, для кого. Радуйтесь жизни, господа? Мы вспомнили о командующем флотилии и о его словах на прощание. И это вас развеселило? А что, плакать, что ли? Волосы рвать на голове? Что вы имеете в виду? Миллионы людей погибли, миллионы раненых, разрушенные города, голод, отчаяние, нужда. Если нельзя плакать, давайте смеяться. Мы уверены в конечной победе и считаем, что нам все удастся. Господа, но звучит это как-то неубедительно. А что прикажете делать? Русские стоят под Берлином. Но мы все уверены в победе. Или нет? Хорошо. А вы как думаете, генерал? Русские действительно под Берлином, к сожалению. Сколько это еще займет времени? Я почти закончил. Нам нужно срочно всплыть, пока это возможно. Прямо сейчас. Готово. Мы снова всплываем. Начинайте.
А думаете, японцам это вообще под силу? Вполне возможно. Тацуми — отличный инженер. Он создал Берус. Гениально сработал. Без этих торпед Перл-Харбора бы не было, правда? Я вам больше скажу. Если у японцев еще есть такие же, проблем не будет. Кимуру я не знаю, но вроде с виду ничего. Из них я не верю никому. И не верю в эту аферу. Такие две расы не могут объединиться. А что вам нужно в Японии? Я займусь агентурной работой посольства. Необходимо выявить всех шпионов. Предатели в этот период войны тянут нас вниз. Вы же наш человек, доктор Рёллер. Партиец со стажем. Ну и что? Всегда интересно знать мнение такого человека. На что вы намекаете? Когда доплывем, я хочу отдать распоряжение об аресте командира лодки. Почему это вдруг? Ему не хватает боевого духа, уверенности в себе. Я ему не верю. Знаете, командир мой старый друг. Лодка вышла из порта 6 дней назад. Наверное, это что-то очень важное, если вы попросили о встрече ночью. Что у них на борту? Оксид урана. Урана? Мы уже давно знали, что немцы хотят провести уран в Японии. Мы не знали лишь как и когда. Теперь мы это знаем. Господи Боже, у них есть технология производства бомбы или нет? Насколько нам известно, от нас они отстают. Даже профессор Нишина знает лишь теории этот процесс, так как у него нет главных компонентов. Зато у немцев они есть. Они задумали опасную игру. Именно поэтому мы должны найти лодку. Не пустите ее в Японию. Адмирал, все в ваших руках. Поблизости у нас лишь один эсминец, Саттон. Да? Радиограмма. Распоряжение произвести арест. А как с ним быть, по-вашему? Мы здесь все как в тюрьме, гестапо не умеет думать. А попроси генерала зайти ко мне. Слушаюсь. Ну, что скажете? Обложили со всех сторон. А что остается? Вырываться? Но как? Вы знаете профессора Нишина? Нет. Способный физик. Он сделает бомбу, когда получит уран. Все это так долго продолжается. А то, что мы ничего не можем, сводит с ума. Вот кто меня спасет. Здесь очень странное настроение у всех. И никакой дисциплины, в отличие от наших кораблей. Правильно. Но я имею в виду другое. Между офицерами трение, волнение, политические разногласия. Скорее, разные представления и идеалы. А мы здесь чужаки. Для нас главное, что думает командир лодки. Это самое главное. Садитесь, прошу вас. Почему гестапо просит меня вас арестовать? Я бы не хотел об этом говорить, генерал, но придется.
Или мне пригласить сюда партийного босса нашего? Вы порядочный человек. Я надеюсь. Но у меня нет другого выбора. Я связан тесно с участниками событий 20 июля. Я знал о плане убить Гитлера. Господи. Вы ставите меня в ужасное положение. А почему вас не арестовали и не расстреляли с остальными? Гестапо не были известны все игроки. Был дорог каждый час, каждая минута. Ну и что прикажете с вами делать? У вас личное оружие имеется? Пистолет в шкафу. Дайте его мне. А еще я должен осмотреть ваши вещи. Гестапо даже в Японии вас арестует. Их представитель на борту лодки. Бек? А вы не знали? Он подавил восстание в Берлине, а потом устроил судебный процесс. Я ничего об этом не знаю. Ну и что теперь? Что мне с вами делать? Можете сказать? Прошу, смотрите. Вы плавать умеете? Что, сейчас, что ли? Нет, но... Когда мы окажемся в водах Японии, у вас будет подобный шанс. Командир? Спасибо. Вы ведь знаете Японию и знаете японцев. Европейцам там трудно, но один знакомый есть. А ему можно верить? Мы ведь союзники. А кто гарантирует, что он не сообщит об этом третьей стране? Русским. Такая вероятность существует. В конечном итоге мне все равно. Бек расценит это как разглашение государственной тайны. Да? Простите. Срочное сообщение по радио. Пожалуйста, зайдите. Может, война закончилась? Из ставки Гитлера сообщается, что наш фюрер Адольф Гитлер сегодня днем в рейхсканцелярии до последнего дыхания, сражаясь против большевизма, погиб за Германию. 30 апреля фюрер назвал своим преемником адмирала Дёница. Адмирал сказал: «Я принимаю возложенные на меня полномочия во имя Великой Германии. Для того, чтобы продолжать борьбу с большевизмом, мы будем сражаться, сознавая свой солдатский долг, пока отечество и немецкий народ не будут спасены». А что это значит для нас? Дёниц должен закончить войну. Мы ни с кем не выходили на связь с самого первого дня. И никто не знает, где мы находимся. Никто. Нас ведь могли и потопить, верно? Будем спокойно ждать. Держим курс и ждем.
А это сообщение Машке останется тайной. Ни слова, никому. Ты понял? Я не хочу, чтобы возникла паника. Ну что же, фюрер мертв. Откуда ты знаешь? По радио сказали. Что такое? Фюрер мертв. Но это он говорит. Ребята, если это правда, тогда нам не нужна эта Япония. Шутишь, что ли? Дело не только в этом. Это значит, что война закончилась, да? А мы можем вернуться домой. Рано вы радуетесь. А почему командир нам ничего не говорит? А он не знает, что делать. Ну, конечно. Пойду схожу, может быть, еще чего передадут. А зачем нам плыть в Японию? Нахрена? И никто ничего не говорит. И не скажет. Командир явно надумал вернуться. Он должен с нами поговорить. Зачем мы ему нужны? Не понял, что ли? Что у тебя в башке? Командир, что? Ридель ко мне заходил. Ребята вовсю обсуждают последний слух. Никто ничего не понимает. Вы должны все сами разъяснить. Что за слух? Они говорят, что фюрер мертв. Машка идиот. А это возможно? Сообщили еще вчера. Я хотел это скрыть, пока нам не сообщат официально. У нас веская причина, чтобы вернуться. Это сложно. Черт! Именно этого я и не хотел. Значит, надо с ними поговорить. Сначала информирую офицеров, а потом ребят. Господа, вынужден сообщить вам трагическую новость. Фюрер мертв. А у нас здесь шампанское есть? Подонок чертов! Я вас умоляю, господа, это все бесполезно. Даже если фюрер мертв, генерал Мелленберг, его идеи живут дальше, они будут претворены в жизнь. Я вас предупреждаю, о чем? Послушайте меня, прекратите, пожалуйста. Я бы хотел кое-что сказать. Конечно, капитан. Командир. Мы глубоко тронуты и шокированы. И мы вам сочувствуем. Но мы хорошо знаем, что это будет значить для нас. Ничего. Приказ остается прежним. Вы на борту, вы наши гости. Для вас ничто не изменилось. А кто сейчас будет отдавать приказы? Фюрер передал все полномочия адмиралу Дёнитсу. А Дёнитс может закончить войну? Я это тоже не понимаю. Это его шанс. Адмирал — человек чести. Офицер и человек чести. Два слова, которые вам абсолютно незнакомы. Прошу вас, не надо. Я сообщу об этом сейчас ребятам. Давайте помолчим в память о фюрере, а после этого каждый из нас будет выполнять свой долг. Объект обнаружен. Пеллинг 27, расстояние 10 миль. Сообщите командованию. Хорошо. Сэр, объект обнаружен. Пеллинг 27, расстояние 10 миль. Это могут быть они. Неужели нам повезло? Слава богу, у нас есть радар. Еще год назад они бы от нас ушли, как от стоящих. Скоро они заметят и нас. Но это их трудности. Верно. Все по местам, боевая готовность.
Мистер Мэйхью, не сводите с них глаз. Слушай, сэр. Право руля на 10-27 градусов. Обе машины, полный вперед. Вижу корабль по правому борту. Точно. Вахтенный, тревога. Подготовиться к погружению. Тревога. Пять на обе. Три на обе. Один на обе. Есть. На счет три. Раз, два, три. Подготовиться к погружению. Закрыть верхний люк. Машина готова. Служба наведения и торпедные отсеки к погружению готовы. Угол погружения 10. Нос на 10. Нос вниз на 15. Корма на 10. Погружение в норме, 40 метров. Идем на 150. На 150. Цистерну срочного погружения продуть. Цистерна погружения продута. Объект исчез. Пеллинг 30. Расстояние 2400 ярдов. Сообщи. Сэр, объект исчез. Пеллинг 30, расстояние 2400 ярдов. Они ушли под воду, сэр. Тогда отправим им подарок. Две глубинные бомбы, мистер Мэйхью. Глубина 130 футов, расстояние 350 ярдов. Есть, сэр. Две глубинные бомбы, глубина 130, расстояние 350. Сэр, глубинные бомбы готовы к сбросу. Судя по звуку, это эсминец, английский. Расстояние 1000 метров. Глубина 150 метров. Правый борт 15. Правый борт 15. Право руля на 15. Погружение на 180 метров. Быстро, быстро. Погружение на 180. Сейчас сбросят глубинные бомбы. Давай. Давай. Пошел.
Ну и что теперь? Мы можем маневрировать? Нет. 80-100 метров, это еще туда-сюда. Но 180 — это опасно, можем потерять управление. Это уже ближе. Давай на 200. Погружение на 200 метров. Что это? Прощупывают. Определяют наше расположение. Под водой? А это возможно? Да. Они это могут. Уровень шума эсминца на ноль. Приближается. Становится громче. Пошел! Пошел! А может, вызовем подкрепление, сэр? Не нужно. Пока они подойдут, мы уже все закончим. Только что получили, сэр. Немецкая лодка идет в Японию. В Японию? В Японию? Англичане о ней сообщили. А с каких это пор они нам стали сообщать? Значит, у них что-то не так. Явно. Что еще мы знаем? Пока ничего, сэр. Они ждали целую неделю. Странно. Давайте послушаем, что англичане друг другу передают. Ребятки, готовьтесь. Мы им испортим праздник. Иди, держи меня в курсе. Слушаю, сэр. Красавски. Сэр. Только не надо так рьяно, сынок. Мы же в море, а не в Анаполисе. Слушай, сэр. Капитан. А, Красавски, сэр. Ешь, пока есть время. Благодарю, сэр. Не за что. Зачем они идут в Японию? Крысы бегут с тонущего корабля. А может, Гитлера везут? Как бы нам англичан обойти? И в то же время не потонуть. Тихий ход, полная тишина. Никому не уходить со своего места.
В дизельном порядок. В торпедном порядок. В машинном порядок. Течи нет. Вроде отбились. Черт. Если бы мы только знали их глубину, мы бы заставили их всплыть. А насколько они могут погружаться? На 800 футов? Примерно, сэр. Но вряд ли они на такой глубине. А следующую очередь на 500 футов, потом на 400, на 300 и так далее, пока не всплывут. Хорошо, сэр. Они хотят заставить нас всплыть. Уходить не собираются. И что, будем ждать? А у тебя есть другие идеи? Вальтер, ты командир. Что это значит? Они продолжают. А мы уходим еще глубже. На 220. Быстрее. На 220 метров. Уходим. Курс 230. Курс 230. И что теперь? Будем надеяться, что пронесет. А потом нападем на них? Моя цель — достичь берегов Японии. Без столкновения с врагом. Но они же рядом, одни. И вряд ли уйдут. Япония — это главное, Гербек. Остальное нас не волнует. Ничего. Они на месте. Ищут нас. Как на охоте. Сейчас начнется. Масло на воде, сэр. Значит, попали? Американский эсминец «Сатан» спрашивает наши координаты, сэр, и предлагает помощь. Поздновато. Ответим. Спасибо за предложение помощи. Германская лодка подбита. Есть, сэр. Курс 230, полный вперед. Мы уходим, сэр? Да. А может быть, они хитрят? Какая уж тут хитрость. Ясно же, как день. Мы им вспороли брюхо. А хитрить они не умеют, немцы. Тогда почему мы уходим, сэр? Я хочу, чтобы мы исчезли с их радара. А потом? Потом мы пойдем за ними. Рано или поздно батареи сядут, а они всплывут. Вот тогда-то мы и дадим им по башке. А сейчас? Собьем их с толку. Еще две глубинные бомбы, мистер Мэхью. Пошел? Течь в дизельном. Поднять корму, включить насосы. Большая течь в дизельном. Можем не выдержать. Продуть цистерну. Продуть цистерну. Лодка неуправляема. Такую нагрузку она не выдержит. Полный вперед. Закрыть все клапана, у нас много воды. Тацуми, вы там нужны.
Вот здесь нужно закрыть. А здесь в первую очередь. У нас возгорание с правого борта. Молоток, дайте мне молоток. Огнетушитель. Поднимаемся. На самом деле поднимаемся. Но слишком быстро. Принять балласт! Принять балласт! Как там в машинном? Пожар потушен. Отечь? Остановили. Хорошо. 120 метров. Порядок. Одеть спасательные жилеты. Семьдесят метров, порядок. Только бы всплыть. Но это опасно, американцы могут потопить нас. 60 метров. 50 метров. 3. Верхний люк свободен. Выравниваем давление. Невероятно. Он ушел. Можешь это объяснить мне? Он не ушел. Просто затаился. Ждет нашего всплытия. Все по своим местам. Выдуть баки. Можно попробовать изменить курс и уйти от них. Найдется другой. Нет. Идем тем же курсом. Батареи снова в порядке? Еще нет, слишком много воды. Скажите, когда закончите. После этого опять погружаемся, срочно. Удивительно, что лодка выдержала. Благодарность конструкторам. Спасибо, господа. Выручили. Командир? На подходе к Японии лодка будет на 100% остановлена. Командир, подойдите, пожалуйста. Это произошло. Германия капитулировала. Все радиограммы идут без шифра. Ради нас сделали исключение. Вот это.
от командующего флотилии. В Японию тоже шифруют. Идите далее по выбранному курсу или поворачивайте назад. Приказ еще тот. Либо идти дальше, либо возвращаться. Мне передать, где мы находимся? Нет. Значит, вы не хотите повернуть назад? Глупый вопрос, но сейчас все так запуталось. Возвращаться, идти вперед, капитуляция. Остается выбрать верное решение. Правильно, Машка? Идиоты чертовы! Тупицы, бездари! Мы снова ее видим. Пеллинг на 28. 6 миль. Сэр, объект обнаружен. Пеллинг 28, 6 миль. Вот теперь мы к ним подкрадемся. Только что получили, сэр. Война закончена. Ну что же, с этим покончили, будем надеяться. Вот интересно, если это та лодка, она может пойти и дальше? Лучше подождем. Может, они белый флаг поднимут? А если нет? Ну, не мы ведь капитулировали. Если лодка не сдастся, пускать ее в Японию никак нельзя. Мы еще не ответили Сатану, сэр. Есть одна японская поговорка. Каждой рыбке свой пруд. Мне так им и передать, сэр? А что, звучит вполне по-японски. Что они там учудили? Черти. Ладно, поставим в известность Вашингтон. Пусть они мозги прочистят. Мистер Вайс, какое расстояние до этого места? Примерно 210 миль, сэр. Если лодка идет в Японию, вряд ли они сдадутся. Мы двинем на юг и встанем у них на пути. Мы ее догоним, даже если придется до Индии идти. Обе машины, полный вперед! Вы хотите капитулировать? Сначала бы я хотел услышать ваше мнение. Вы не имеете права. Вы ведь получили приказ. Идти назад — это трусость. Капитуляция — это измена. Идти назад — это невозможно. Успокойтесь. Они хотят нас на нож посадить. Я им не позволю. Не надо. Перестаньте. Не надо. Не говорите по-японски больше. Простите. Мы возмущены. Но? И что сейчас будет? Что за вопрос? Мы идем дальше. Все ведь ясно, как где. Не так все ясно. А что вы предлагаете? Послушайте, если Германия капитулировала, значит, мы тоже сдадимся англичанам? Я мог бы в этом помочь. А как? Командир все знает. Я участвовал в покушении на Гитлера. Что вы сказали? Я мог бы договориться с англичанами. Минутку. Вы один из тех предателей? Ну что, готовы? Мы можем погружаться? Еще 10 минут. Хорошо. Вы все слышали? Генерал Мелленберг — предатель, а командир его покрывает. Простите, вы можете объяснить? Они хотят сдаться врагу. На пару Мелленберг и Гербер. Это ситуация, господа. И вы понимаете, что за всем этим стоит? Единственное, что вам может помочь, это врач. Я могу сказать? Да, пожалуйста. Для нас война не закончена. Япония не капитулировала. Да, мы это знаем. Прошу вас, обязательно доберитесь до Японии.
На борту то, что в Японии срочно необходимо. Оружие, чертежи, уран и наши знания. Я знаю. Тогда почему вы мешкаете? Япония, это ваш приказ. Да. Но приказы иногда меняются. Да? И что, ваш приказ поменялся? Мой последний приказ пришел от командующего флотилии. Он таков: держать тот же курс или возвращаться в Берген. Очень убедительно. Мы вас понимаем. Ваши приказы противоречат друг другу. Правильно. Хорошо. Но скажите, чем вы будете при этом руководствоваться? Лишь одним. Я отвечаю перед своими ребятами. Это значит, что я высажу их на сушу. Без риска. Вы можете без риска жить и в Японии? До Японии еще далеко. А что ближе? Англия. Англия? Для вас это без риска? Англия? Я этого не понимаю. Перестаньте. Да что здесь понимать? Я смотрю на это просто. Если вы доплывете до Японии, вас будут считать героями. А если сдадитесь англичанам, вас ждет плен, унижение и тоска по родине. Браво! Капитан абсолютно прав. Ваш фюрер мертв, но его идеи не умерли. Его идеи были вашими идеями. Вообще-то, моими идеями они точно не были. Вы видите, капитан Тацуми, вчера Германия проиграла войну, а у этих нет совести. Командир, обнаружен вражеский эсминец, расстояние 10 миль. Видишь? Они нас нашли. Я же сказал, надо было по ним ударить. А это возможно? Нет, у нас скорости не хватит. Просигналим, остановитесь и поднимите белый флаг, иначе мы вас подобьем. Стреляйте! Исчезните! Предупредительный выстрел сделайте прямо в корму, есть, сэр. Первое орудие приготовится к залпу по корме. Внимание! Они начинают огонь! Да стреляйте вы в конце концов! Поднять белый флаг! Я тебя вздерну, предатель гребаный! Прекратите, Бек! Не время сейчас об этом, забудьте! Передай, пусть поднимают белый флаг и остановятся. Если они этого не сделают, им конец. Передаем сейчас же. Предложим поднять белый флаг. Ну, наконец-то. Передаем. Мы вышлем шлюпку. Отдайте приказ выпустить торпеду. Вы с ума сошли? Я разнесу лодку на куски. Говорю еще раз, выпускайте торпеду. Что здесь такое? Командир Гербер не решается выпустить торпеду. Возьмите командование на себя. Это абсурд. Ответьте им. Что будем делать?
Сдадимся, что еще? От них мы не уйдем. Они нас... Догонят. Бек, успокойтесь, ради бога. Вот это другое дело, Бек. Всем оставаться на местах. Рёллер, теперь вы командир лодки. Вы сумасшедший. Эсминец прямо по курсу. Эсминец прямо по курсу. Расстояние 3000 метров. Черт вас дери. Потопите его. Расстояние 2500 метров. Эсминец прямо по курсу. Все по боевым позициям. Но мы же подняли белый флаг. Подготовить первую и вторую торпедные трубки. Делай то, что тебе сказали, иначе мы все взлетим на воздух. Торпеды готовы к выстрелу. Внимание, торпедный расчет. Два выстрела из Т-5. Эсминец идет со скоростью 8 узлов. Поправку слева. Угол 90. Расстояние 900, глубина 3. Повторяю еще раз. Расстояние 900, глубина 3. Первая и вторая трубки. Внимание. Ну, с Богом. Первая торпеда. Огонь. Огонь. Вторая торпеда. Внимание. Безумие. Ну, вы дождались своего? Белый флаг не надо было поднимать. Молодец, Рёллер. Убрать белый флаг. Курс 270. Обе машины, полный вперед. Курс 270. Обе машины, полный вперед. Ливерпуль не отвечает, сэр. Последнее, что мы услышали, их общую тревогу. После этого тишина. Фрицы их потопили. После того, как сдались? Поверить не могу. Ну вот, они идут в Японию. Сообщите Галифаксу. Ливерпуль торпедирован. Спросите точные координаты. Мы подберем оставшихся в живых. А как же лодка? Лодка? Главное, Ливерпуль сейчас. Мы же их не бросим. Нет, конечно, сэр, мне стыдно за тебя. Галифакс сообщает, что Ливерпуль затонул, сэр. Пошли. Секундочку, сэр. В этом нет необходимости. Там три фрегата поблизости. А мы должны идти за лодкой. Англичане так и говорят, да, сэр? Ну тогда сообщи им. Вас поняли. Задача ясна. Спасибо за работу. Все, пошли. Дело не в проворот. Ребята знают, что произошло? Я им сказал, что вы нездоровы, и первый офицер взял командование на себя. Вам надо полежать. Спасибо, доктор. Ну, вроде порядок.
Но? И где Бек? В столовой, вместе с Рюллером. Я часового поставил перед дверью. И он потопил англичан, которым мы сдались? За это нас расстреляют. Только Рюллер и Бека. Это вы так считаете, герр доктор? Мы все участники преступного заговора. Этот поступок поставил под угрозу всех, Рюллер. Тебе это понятно? Я знаю, вы были готовы чай пить, играть в бридж с английским командиром. Давай я тебе объясню, почему не надо. Ребята, говорит командир. Вы, наверное, слышали, что я неудачно упал, когда спускался по лестнице. Но сейчас доктор поставил меня на ноги, и я в форме. Вы, наверное, знаете, что мы были в опасности. В нас стрелял эсминец. Мы подняли белый флаг, но они продолжали стрелять в нас. Мы должны были защищаться. В моей команде первый офицер взял командование на себя и потопил англичан. Я ему благодарен за это. Это все. Скажите, все в порядке? Я вызываю капитана Тацуми и капитана Кимуру в офицерскую столовую. Отлично. Но сейчас... Что мы будем делать сейчас? Никто не знает, что мы их потопили. Что вы хотите этим сказать? Нет доказательств, что мы потопили эсминец. Но вы же сами ребятам все рассказали. Здесь был потоплен Ливерпуль. Мы скажем, что были вот здесь. Не понимаю. Во время торпедирования нас там рядом не было. Это войдет позже во все военные справочники. А ребятам что скажете? Правду. Прошу. Правду. Они должны знать, сколько стоит их жизнь, когда англичане нас найдут. Они это поймут и будут молчать. А если не поймут? Мы понимаем вашу проблему, командир. А почему нельзя сказать, что мы взяли на себя командование? Фрегат капитан Кимура и я. Мы ведь по-прежнему воюем. Мы могли отдать команду по-японски, а они ошибочно приняли нас за лодку японского флота. Спасибо за ваше предложение. Но наша ситуация за последние 15 минут кардинально поменялась. Мы не можем сейчас идти в Японию. Япония разорвала дипломатические отношения с Германией. Всех немцев в Японии арестовали. Отлично, прощай, Япония. Но к вашей лодке это не относится. И к вам тоже, командир. Мы можем гарантировать, что с вами, экипажем, ничего не случится. Мы вас уважаем и ценим. Вы станете героями. Тогда я вот что предлагаю. Никто из нас в плен не хочет. Мы можем приплыть в нейтральную страну. И куда, например? В Аргентину. А после Аргентины наши японские друзья поплывут к себе на родину. А мы начнем там все заново. Может быть, даже лодку нашу продадим. Эта лодка уже будет им принадлежать. Прошу вас, генерал. Вы не имеете права. Лодка сейчас принадлежит Японии. Господа, я не могу при вас продолжать дискуссию. Простите, но я вынужден просить вас уйти.
Зиловский? Да. Стой у двери. А может, доплывем до американских территориальных вод? Я за Аргентину. Мы сообщим англичанам наши координаты. Готовы к капитуляции? Ждем инструкции. Но это же безумие. Делай то, что я сказал. Слушаюсь. Прости, Машке. Вальтер. Спасибо. Мы еще с тобой не закончили. Сэр, они только что связались с британцами. Что? Они хотят сдаться, сэр. Но это ведь абсурд. Сначала потопили Ливерпуль, а потом решили сдаться. Ты уверен, что это они? Конечно, сэр, минутку. Они сообщают свои координаты. Но если они действительно там, как они могли потопить Ливерпуль? Что, была другая лодка? Нет, это невозможно. Любая другая лодка, она бы сдалась. Они единственные, что идут дальше, в Японию. Касавски, проверь координаты. Держу пари, они нас обманывают. Капитан у них хитрый, но мы еще хитрее. В общем, это конец. Отключай все станции. Парни, говорит ваш командир, война закончена. Германия подписала полную безоговорочную капитуляцию. Пока не могу сказать, к какому берегу мы подойдем. Но я вывезу вас на сушу. С живыми. Это я вам обещаю. Что вы делаете? Прекратите сейчас же. Послушайте, командир. Мы не можем допустить, чтобы чертежи бомбы попали в руки врага. Мы сейчас сами бросим оба чемодана за борт. Наша миссия на этом завершена, командир. Спасибо за понимание. Моя жена готовить не умеет. Всегда все пересаливает.
Но я никогда ее не выговаривал. Никогда. Моя тоже не все умеет делать. Не штопает сыну брюки, когда он их рвет. Жизнь была такой короткой. Да, очень короткой. Но не время сейчас Капитан Тацуми! Капитан Кимура! Открывай. Доктор Фальке, скорее! Доктор Фальке! Мне нужен раствор уксуса. Раствор уксуса. И ведро. И ведро. Быстро. Хотелось бы знать, что они проглотили. Люминал. Проснитесь. Прошу вас, дайте нам умереть. Я не могу. Я врач. Моя работа — людей вылечивать и спасать им жизнь. Где раствор уксуса, черт возьми? Нет. Аккуратнее. Пожалуйста, помогите мне. Аккуратнее. Рот, откройте ему рот. Ведро? Так. Хорошо, хорошо. Это уже неплохо. Следующего. Откройте ему рот. Ведро? Хорошо, хорошо. Все хорошо. У них есть шансы выжить? Что вы делаете сейчас? Надо стабилизировать им кровообращение. Мы, японцы, не можем жить, как вы. И умираем мы, не как вы. Мы не можем попасть в плен. Это
противоречит нашему кодексу чести. Вы понимаете, доктор? Наша честь этого требует. Прошу вас. Прошу вас, доктор. Это его письмо. Предайте наши тела воде морской. Хотим вас за все поблагодарить. Мы остаемся вашими друзьями. И надеемся, командир, что у вас все образуется в будущем. Кажется, это они, сэр. Ну, наконец-то. Хорошо. Не хотите с ними связаться? Нет. Я хочу нагрянуть, как снег на голову. Тихо и неожиданно. Они могут нас потопить, тихо и неожиданно. Отправить на тот свет. Они наложат штаны, когда увидят нас на радаре. Расстояние где-то 9 миль. Лучше не сближаться. Машка, что это? Не знаю. Откуда они взялись, дьявол? Я ничего не слышал, командир. Они у нас на пути. На радаре ноль. Шумов нет. Самолетов тоже. Ничего. Шум эсминца по правому борту впереди. Вижу. Эсминец впереди. Ясно. Маске назад. Включить сигнальную лампу. Сообщим, если дернуться, им конец. Они стоят, судя по всему, не могут погрузиться, сэр. Может быть, не стоит рисковать? Вайс, давай. Сигнал американского эсминца «Сатан». Ну что же, значит, американцы. Он нас понял. Начинаем аккуратно. Мы отправим наших ребят, чтобы взять их в плен. Передавай, одно неаккуратное движение, и мы их потопим. Мы вооружены, поэтому они выслали группу захвата. Всем службам! Эсминец выслал группу захвата. Сопротивления не оказывается. Руки! Руки вверх! Командир лодки Гербер, германский Кригсмарине, старший лейтенант Гаррисон. Военно-морской флот Соединенных Штатов приказом объединенного командования мы захватываем вашу лодку. Вы мой пленный, сэр.
Сэр? Я поражен, что вам вообще удалось дойти до Атлантики. Спасибо. Не хочу даже думать о том, что бы было, если бы вы доплыли до Японии с этим грузом. На исход войны это вряд ли бы повлияло. Тогда почему вы потопили Ливерпуль уже после завершения войны? Мы Ливерпуль не потопили. А кто тогда? Капитан Ливерпуля решил вести огонь по другой лодке, несмотря на белый флаг. Мы это видели. А что это была за другая лодка? Они нам не сообщили. Значит, ушла на дно. Я думаю, сейчас необходимо, чтобы кто-нибудь подтвердил вашу версию. Иначе все выглядит так, что это вы подбили Ливерпуль. После капитуляции. А мы это докажем. Каким образом? Координаты, которые вы сообщили, липовые. Мы отслеживали ваш курс. Но мы на самом деле всплыли с белым флагом, чтобы иметь лучшие шансы их потопить, да? Они в нас стреляли. Честно говоря, приятель, меня это все мало интересует, кто первым выстрелил. Вас сейчас с нетерпением ждут в Вашингтоне. Наши ребята накопили для вас массу интересных вопросов. Я вот думаю, что вам лучше сказать всю правду. С тем, чтобы я мог подтвердить вашу версию. Я думаю, это будет честно. Хорошо. Полное безумие, правда? Еще вчера я был готов вас растерзать, а вы меня. А сейчас мы вместе сидим и пьем виски. Выпьем за взаимовыгодное сотрудничество. Много всего разрушено. Повсюду страдания. А мы произносим тосты. Мне страшно за людей. Последняя подводная лодка. Автор сценария Кнут Бёзер. Режиссер Франк Байер. В главных ролях в фильме снимались Ульрих Мюэ, Ульрих Тукур, Каору Кобаяши, Горо Охаши, Манфред Цапатка, Матиас Хабих, Удо Замель, Сильвестр Грот, Йоханнес Хершман,
Томас Ян и другие актеры. При участии Барри Боствика в роли капитана Хокинса. Оператор Витольд Сабацинский. Художник по монтажу Рита Хиллер. Художник-постановщик Пауль Лемон. Художник по костюмам Вернер Бергеман.